И это удар! Относительно легкий мяч для вратаря. Момент! Забивай! Ну а здесь кого винить? Только себя любимым. Бей и выводи команду вперед! Дуглас Коста! Открыть счет в этом матче! Атакующая комбинация Ювентуса. Коста! Гол! Забивают еще один мяч они. И теперь в два мяча ведут. И из такой ситуации очень сложно будет выбраться сопернику. И может, и пробил. Можно атаковать. Коста! Знаете, есть такая опция — тренировка удар. Так, вот это удар! Тут может что-то получиться. Весь стадион кричит: бей! Удар в данном случае требовала не только ситуация, но и болельщики на трибунах. И разрезающий пас на ход. Прошел пас, можно обострять. Забивать нужно! И забивают они. И есть еще время, можно попытаться свести матч к ничейному результату. Игра возобновляется, счет уже 2-1. 9 минут играть в основном времени этого матча.